Часто ломаются ручки на москитной сетке, и поставить ее без них просто невозможно. Но такую ручку можно сделать и самому, буквально за пару минут. Сначала нужно вытащить старую сломанную ручку. Для этого берем ножницы и ищем конец уплотнителя. Поддеваем его и вытаскиваем до сломанной ручки. Затем выковыриваем саму сломанную ручку, она нам больше не нужна. Теперь берем обычную пластиковую бутылку и вырезаем новую ручку. Тут уже у кого насколько фантазии хватит. Я вырезал вот такую простую. Нужно теперь ее будет загнуть вот таким вот образом. В принципе, ничего сложного нет. Ну, как бы, чтобы она повторяла внутренний контур. Рамы. Теперь давайте приложим ее, померяем, как она подходит. Ну, мне кажется, нормально. Отрезаем лишнее и вставляем на место. Теперь обратно возвращаем уплотнитель. Для этого можно воспользоваться обычной ложечкой. Вот таким вот образом его заново туда поставим. Вот и все, ручка готова. Теперь вы сможете очень легко поставить эту сетку.